Карнавальные костюмы, песни, танцы и веселье. Так уже 2000 лет евреи всего мира отмечают праздник Пурим. По преданию, во времена Персидской империи в этот день должно было произойти массовое уничтожение целого народа. Но царица Эстер совершила подвиг, и произошло чудесное спасение. Когда мы вспоминаем тот, который хотел убить все евреи в один день, его звали Аман, мы всегда, когда вспоминаем его имя, мы обязательно его уничтожаем. Итак, вы увидите сегодня на празднику, все будет решетки, и обязательно все вместе, когда мы только вспоминаем его имя Аман, тут же все. Свиток в руках раввина – древнейшая реликвия. Больше 200 лет она хранится в Самарской синагоге. Он принадлежал царице Эстер. На пергаменте вручную написана история народа. Читать его раз в год – святая традиция. Но есть и еще обычаи, которые обязательны для исполнения. Должны собрать мишлахманот, подарок для бедных, для родственников и дать... Традиция дать бедным, не менее двум бедным, подать как бы деньги. Кроме помощи бедным, в Пурим принято дарить друг другу вкусные подарки и устраивать веселую трапезу. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.